Прекрасно. Очень рад, очень рад. Доми всех, слава Богу. Я рад приветствовать всех вас в резиденции посла России во Франции. У нас повод для этой встречи возник давно, потому что портрет, он как бы вживался в это здание. Мы еще полтора года назад, по-моему, должны были до этой всей пандемии провести эту церемонию, но я хотел бы искренне поблагодарить Никиту Дмитриевича. Это уже третий портрет из его коллекции, который переехал жить сюда. И мы очень благодарны, тем более, что речь идет о портрете замечательного человека. Это Дмитрия Ивановича Лобанова-Ростовского. Он внес очень серьезный вклад в российско-французские отношения, был одним из авторов знаменитого Тильзитского мира, за что он получил такое прозвище «Князь мира» и был награжден императором орденом Александра Невского. Он прошел выдающийся путь, был и военным, и министром юстиции, членом Государственного совета, то есть оставил глубокий след в истории России конца 18 и начале 19 века. Прожил долгую и, я уверен, счастливую жизнь. Холостяком. Поэтому и счастливый. Вот, но это бы ему помогло. Поэтому мы очень рады, что вот сегодня он вместе с вами. Еще раз огромное спасибо за такой щедрый подарок. Я решил подарить вам этот портрет, потому что он для меня символизирует дружбу между французом и русским, которые были врагами. Россия напала на французскую армию, Наполеон ее разгромил, и Александр послал двух гонцов Наполеону создать мирный договор. Одним из них был Дмитрий Иванович. Он был маленького роста и, как вы видите, не очень-то красив. И это ему очень помогло с Наполеоном, потому что Наполеон не чувствовал никакого неудобства с ним, будучи маленьким ростом. Но зато он был чрезвычайно умен. И Наполеон очень быстро это почувствовал. И потому им удалось сочинить мирный договор, который Россия, потерявшая войну, разгромленная российская армия, не потеряла ничего, ни территориально, ни финансово в этой войне. Наполеон тоже ему дал тогда высшую награду, которую можно быть. Это противник, он дал ему орден почетного легиона из-за уважения к его интеллекту. И эта дружба между французом и русским, мне казалось, удобно показывать французским гостям, когда здесь будут, что вот человек наш, которого Наполеон удостоил почетного легиона из-за уважения к нему, несмотря на то, что он его победил. Это мой третий дар здесь, но в этом здании 5 портретов нашей семьи. Первый из них подарил мой дядя Вырубов, это Петр Великий Ухватов.
брат Мани Трубникова, Юрий Трубников, подарил Екатерину, и я потом подарил три портрета, а мой друг, доктор Мессер, которого я навел сюда, подарил портрет Николая, который здесь висит, большой портрет ему. А почему мы начали дарить? Потому что 15 лет тому назад здесь был посол Авдеев. И с моей супругой он нас пригласил и показал на посольство. И за обедом в столовой я заметил ему, что почему в посольстве нету картин. И тогда он мне ответил и рассказал эту историю, что когда первый полпред Красин сюда приехал, он попросил российского посла Макалкова письменно унести все портреты и трон Николая II, потому что в те времена в Советском Союзе господствовал беспредметное искусство, так называемый авангард. И вот такого рода картины, они были тогда не в моде. Маклаков все увез, сейчас они в старческом доме. Авдеев подал в суд парижский, чтобы вернуть их из старческого дома сюда. Но французский суд решил против на том основании, что было желание полпредом и указание Маклакову все убрать. И вот с этим началось наше, так сказать, семейное дарение посольству в Париже. Спасибо вам. А может быть, вы как специалист военный скажете что-нибудь? Пожалуйста. Председатель. Я скажу, что вот этот период физического мира, очень короткий период, который хорошо резонанс, в общем, много помог России, чтобы не пострадать от предыдущих поражений. Последний – это Фридланд, которое было сильное поражение и Пруссии, и России. И тут сыграла роль самого Наполеона. Наполеон, его вообще, как это пишет Жак де Морвиль, историк, его мечта была не воевать с Россией вообще, а может быть даже заключить союз. Есть показатели, как, например, он два раза просил императора выдать свою сестру его замуж за него. Это, конечно, один из показателей. Другие есть показатели, когда сам чилийская встреча была сделана так сделана для того, чтобы меньше всего обижать кого-либо. Поэтому сделали плот посередине реки, чтобы не было ни по той стороне границы, не по этой. И вот такие есть моменты. Конечно, Наполеон преследовал, как всем известно, что Россия примкнет к континентальной блокаде, что, в общем, Россия не сделала, она разными путями обходила это. Это, конечно, результат следующий, это уже будет Эрфурт, где они опять встречаются, но вообще ни о чем не договариваются, несмотря на какие-то очень близкие контакты, организовали балы, комедии Франсез приезжал, на охоту ходили вместе и так далее. Этот короткий период все-таки России позволил немножко подготовиться к следующим войнам. Они, конечно, Александр Первый понял еще давно до этого, что австралиец, ближе вот этот Фридланд, он показали, что Россия была совершенно не готова воевать к такой силе, как Наполеон. Все-таки праздничный день, поэтому все-таки пора выпить шампанское. Можно сделаем коллективную фотографию? Конечно, как компроматы. Я не знаю, что это.
К вам сюда. И задавал себе вопрос, сколько лет уже 3 года? Вы что, готовить собираетесь? Ну,